А Ульяновск встретил российского президента акцией протеста. Выступление было посвящено начавшемуся транзиту невоенных грузов НАТО в Афганистан через аэропорт Восточный. На митинге в центре города собрались коммунисты. В протесте приняли участие более 200 человек. Кроме местных жителей приехали коммунисты из Самары, Сызрани и Пензы. Демонстранты призывали подать в отставку губернатора Ульяновской области, по мнению коммунистов, за продажу региона натовцам. А также говорили о страсти руководства к показухе свежепокрашенных бордюров на фоне разбитых дорог. По словам представителей КПРФ, власти пытались помешать акции. Сначала активисты подали заявку на проведение митинга на площади Ленина, но организаторам отказали. В результате в распоряжении коммунистов оказался сквер Гончарова в центре Ульяновска. Но за 5 минут до начала митинга их убедительно попросили свернуть флаги и переместиться влево метров на 200. То есть, если мне логично объяснят, что база НАТО для перевозки именно невоенных грузов в Ульяновске необходима, я с этим, возможно, соглашусь. Ну, покажите нам хоть один самолет с этими невоенными грузами. Все это окружено страшной тайной. Нам просто говорят, что это невоенные грузы, что это туалетная бумага, что это какая-то форма. Покажите, мы успокоимся и, может быть, замолчим. Любой патриотически настроенный житель города, нашей страны против размещения нацистских баз на нашей территории, потому что это увеличит количество наркотических товаров, вот, это увеличит количество нелегального вооружения, это повышает шпионскую угрозу для нашей Родины.